мақұл емес сізге. Өзім ойым мен ойлаймын, бұл саяси іш деп. Бұл массалық мәлімет қаражаттарына жаңа сөз еркіндікте болған басым деп ойлаймын. Андан башқандағы мен ойымша бұл түзіліп жатқан маға қарата болған іш, бұл түзіліп жатқан прецедент. Себеп дегенде бұл басқа телеканалдарға массалық мәліметтеріне қарата болған ескерту. Егер де ұшындай бола тұрған болса, қамайбыз деген бұл белгі. Ошол себептен мен мақұл емеспін толық. Ошол себептен бардық телеканалдар өздерінің социалдық тармақтарындағы комментарийлерді жауап ашат қорқондорунан. Массалық мәлімет қаражаттарына жалпы жоннан эмнен дейтилиңиз? Массалық мәлімет қаражаттарына жалпы жоннан бардық массалық мәлімет қаражаттары мен қолдап жатқан массалық мәлімет қаражаттарына жана эл аралык уюмдарга терең ыраазычылык билдиремин. Сөз эркиндигине болгон кугунтук. Мен ойлойм, бул саясий иш жана сөз эркиндигине жанагы массалык маалымат каражаттарына болгон басым деп эсептеймин. Абакта кармоо шарттарына кандайдыр бир комментарий барбы? Абакта кармоо шарты боюнча өзгөчө кыйноо жок. Шартыбыз жетиштүү эле. Все чыгарып атат. Денсаулык, медициналык кароо кандай болуп атат? Медициналык жактан врач бар, врач келип бир жумада бир кыдырып карап турат. Дары керек болсо дары берип турат. Камерада эки киши отурабыз. Бир жумада бир жолу сыртка алып чыгып, гулка деп коет, сыртка алып чыгып таза дем алдырат. Жумасына бир эки жолу душка түшүп турат. Үч айдан бери камакта отурасың талай. Сен өзүңдү коом үчүн, мамлекет үчүн коркунучтуу адаммын деп ойлойсуңбу? Жок, эч кандай коркунучтуу адаммын деп эсептебейм. Себеп дегенде бүгүнкү сот отуруму, буга чейинки дагы сот отурумдары буга далил. Себеп дегенде тергөө тарабынан менин отурушума бир дагы далил келтириш алган жок. Көптөгөн эл аралык уюмдар, журналисттик уюмдар, гуманитардык уюмдар, кадыр барктуу уюмдардын бардыгы сени камаганын мыйзамсыз телеканалды УКМК жагынан баскынчылык болду деп мүнөздөштү. Сенин оюңча эл аралык уюмдардын сага болуп аткан басымы туура эмес деген ой туурабы? Абдан туура. Мен толук колдоймун жана дагы бир жолу бардык эл аралык уюмдарына жана мени колдоп аткан массалык маалымат каражаттарга шарттан пайдаланып рахмат айткым келет. Үй бүлөңдү, кызыңды мынакей ушул жерде отурат сагындыңбы? Мынакей кызым отурат ушул жерде, балам отурат мынакей бардыгы. Мына караш. Ушул кызга карабастан сен үч айдан бери эч кандай күнөс түрмөдө кармоо отурат. Кызыңды сагындыңбы? Аябай сагындым. Бүгүн шартка байланыштуу кызымды көрүп, аябай сүйлөшүп, мокумум канды. Себеп дегенде буга чейин тергөөдөн бир нече жолу суранган үй бүлөм менен жолугу, жеке жолугууга. Мыйзам буга жол берет, бирок ошого карабастан буга чейин мага уруксат беришкен эмес. Бүгүн мына шарт болуп көрүшүп, бир топ сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мен ошол тажрыйбалуу эки жолу түрмөдө отурган адам катарында сага айтам, саясатчы катарында, саясий туткун катарында мамлекеттин келечеги үчүн каршылык көрсөтүп, сөз эркиндиги, оппозициялык көз караш, башка көз караш үчүн түрмөдө отуруу бул чоң кадыр бар. Орусча честь деп коет. Мен ойлойм, сенин түрмөдө отурганың сен үчүн, сенин балдарың үчүн, биздин элибиз үчүн, албетте түшүнгөн эл үчүн бул аябагандай маанилүү. Сен өзүңдүн өмүрүңдүн маанилүү бир бөлүгүн, тагдырыңдын бир маанилүү бөлүгүн мамлекеттин жакшы үчүн, келечек үчүн кетирип атасың. Ошондуктан сен ар намысың менен, кадыр баркың менен аябагандай элге кызмат кылып отурганыңды билишиң керек талай. Ооба. Талай мырза, сизди жөнөкөй эле бир кыска жүйө менен болбогон бир жүйө менен кам койду да, сиз ошол боюнча эмне дейтилиңиз? Себеп дегенде ал жерде бир кайсы бир жөн эле интернеттеги публикация себептүү эле сизди күнөөлүү деп таап атышат да. Бул нерсеге камап коюу буга себеп деле жок болчу. Себеп дегенде мен муну ушак катары эле кабыл алам. Себеп дегенде мындан дагы бүгүнкү күндө интернет майданында мындан дагы осол сөздөр айтылып атат. Мен жана башында айтып кетпедимби, бул саясий иш,
массалык маалыматтар каражаттарына жана сөз эркиндигине болгон басым бул прецедент телекомпаниялардын ортосунда түзүлгөн. Себеп дегенде баардык телеканалдарга ушундай ушак пайда боло турган болсо камаласыңар деген бул эскертүү. Уважаемый суд, уважаемые участники судебного процесса, я прошу вас отказать в удовлетворении ходатайства руководителя следственной группы Мусабекова изменить меру пресечения Талыбекова Алчиновича, не связанную с лишением свободы. Я считаю, это будет законным, правильным, справедливым решением. На это, в принципе, уважаемый суд, вас подтолкнет вполне обоснованные доводы, которые соответствуют требованиям Уголовно-процессуального кодекса. В первую очередь я хочу отметить, что согласно части 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса прямо указывается, и это императивная норма, в которой законодатель подчеркнул, что постановление о возбуждении ходатайства перед судом о продлении срока содержания по страже либо домашнего ареста необходимо указать первое причинное обстоятельство, по которым просят продлить, и следующий момент, и необходимость сохранения ранее примененной меры пресечения. Мы сейчас только услышали из уст следователя, уважаемый суд, что они не указали в своем постановлении, в чем возникает эта необходимость. Они считают, что раз объем всех следственно-оперативных мероприятий не завершен, они, значит, нужно заключать по страже. Следующий момент, уважаемый суд. Согласно части 1 статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики указано, что мера пресечения в виде заключения по страже как крайняя мера может быть применена судом только в случае невозможности применения более иной мягкой меры пресечения. Со дня задержания моего подзащитного я неоднократно указывал, уважаемый суд, что на сегодняшний день все возможности есть применение более мягкой меры пресечения, уважаемый суд. Первое, как мы слышали из ответов следователя, ссылаясь на тайну следствия, указывая свое гипотетическое мнение, что возможно он это сделает, уважаемый суд, не подкрепляя этому никакие доказательства, говорить о том, что будут негативно какие-то правовые последствия в расследовании уголовного дела в случае освобождения Талыбека Алчиновича, нет, уважаемый суд. Первое, он имеет постоянное место жительства на территории города Бишкек, по улице города Бишкек, улица Муромская, дом 46. Второе, уважаемый суд, нету никаких объективных, документально подтверждающих данных о том, что Талыбек Алчинович намерен, либо намеревается скрыться от органов следствия, либо суда. Мы все прекрасно знаем, уважаемый суд, что при проведении следствия также, к примеру, органы следствия обладают определенными оперативными данными, которые могут быть установлены. Но этого нет, уважаемый суд. Я бы принял бы во внимание довод органов следствия в случае, если бы они хотя бы предоставили бы заграничный паспорт, в котором имеется виза. Имелись, допустим, при проведении обыска билеты на вылет за день до задержания, которые были им приобретены, то есть когда можно было вылететь, либо в день, либо на следующий день, уважаемый суд. Да, тогда бы я согласился бы с органами следствия. Второе, о том, что он просто занимает должность генерального директора ОСО Бахтайнур Мега, а его сотрудники проходят в качестве свидетеля, это не является основанием того, чтобы утверждать, что он может оказывать на них какие-то давления. Помимо этого, более того, уважаемый суд, я хочу сказать, что все сотрудники ОСО Бахтайнур Мега, которые проходят в качестве свидетеля по этому уголовному делу, их представляю я в качестве адвоката. И я могу полностью с уверенностью заявить о том, что ни один из сотрудников на сегодняшний день не дал показания, которые уличают в инкриминированном деянии моего подзащитного. Если бы хоть один из них прямо показал бы, сказал бы, да, он какие-то указания давал, либо он совершил это преступление, я бы не мог далее его защищать, потому что возникает конфликт интересов, уважаемый суд. Он находится под стражей. Сотрудники, значит, якобы не боятся, а когда выйдет, они будут давать. Но он, будучи находясь под стражей, уважаемый суд, сотрудники дают по всем поставленным вопросам ответы, но при этом нет ни одних показаний, которые уличают в совершении преступления. Следующий момент, уважаемый суд, они ссылаются на экспертизу, но при этом, уважаемый суд, они не указывают, что 20 мая текущего года со стороны защиты было заявлено ходатайство органам следствия о приобщении рецензии независимых экспертов
на заключение наших местных экспертов и заключение психолого-лингвистической экспертизы тоже независимых экспертов, которые говорят, что в данной публикации отсутствуют какие-либо сведения, либо призывы, побуждающие на определенные незаконные действия населения. Это уже говорит, уважаемый суд, о том, что не имеет перспективы это уголовное дело. О чем мы говорим? Следствие ни разу, ни один довод на сегодняшний день не предоставило. Почему нужно по страже его держать? Что получится, если он выйдет на свободу, уважаемый суд? Одно ли хотя бы следственное действие с его участием проведено? Нет. Да, он воспользовался своим правом, отказался от дачи показаний, потому что его прямо отразил, что он считает себя невиновным. Первое. Второе, он пользуется этим правом, потому что он не согласен с тем, как ведется следствие, уважаемый суд. Поэтому, учитывая, что на сегодняшний день данное постановление руководителя следственной группы Мусабекова в первую очередь не соответствует требованиям части 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса, учитывая, что у органов следствия отсутствует документально подтвержденные данные о том, что мой подзащитный может скрыться от органов следствия либо суда, может воспрепятствовать объективному ведению следствия, либо может оказать какое-либо давление на участников уголовного судопроизводства, учитывая, что отсутствуют такие доказательства, уважаемый суд. И я считаю, что справедливым будет изменить ему меры пресечения. Поэтому, уважаемый суд, я прошу вас отклонить ходатайство руководителя следственной группы и изменить меру пресечения Талыбекова Лахчиновича в виде домашнего ареста, ну и со всеми условиями, которые оговариваются и установлены уголовным процессуальным кодексом, уважаемый суд. У меня все. Спасибо. Постановление от 29 мая 2022 года, город Бишкек. Первобайский районный суд города Бишкек в составе следствия судьи Ибраимова, пресс-секретаря судебного заседания Кененбаева с участием старшего помощника прокурора Первобайского района города Бишкек Байбабышевой, следователя следственной группы Абдулдаева, обвиняемого Дюшенбиева и его защитника Султанова, рассматривая в открытом судебном заседании ходатайство руководителя следственной группы, заместителя начальника первого отдела ГСУ ГКМБ Кыргызской Республики Мусабекова о продлении срока применения меры пресечения в виде заключения по страже в отношении Дюшенбиева Талыбека Лахчиновича 15 сентября 1965 года рождения, уроженца села Шулумайма Карабуреевского района Таласской области, по национальности кыргыза, гражданина Кыргызской Республики, женатого, имеющего на своем учреждении двоих детей, в том числе одного несовершеннолетнего, с высшим образованием, являющегося генеральным директором общества с ограниченной ответственностью Бахтай Нурмега, телерадиокомпании Next TV, ранее неисудимого со слов фактически проживающего и зарегистрированного по адресу город Бишкек, улица Муромская, дом 46, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4, части 2, статьи 330 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь статьями 32, 115, 264, 266, 304 УПК Кыргызской Республики, следствие судья постановил. Ходатайство руководителя следственной группы, заместителя начальника первого отдела главного следственного управления ГКМБ Кыргызской Республики Мусабекова удовлетворить, продлить срок применения мер пресечения в виде заключения по страже в отношении обвиняемого Дюшенбиева Талыбека Лахчиновича на срок следствия, то есть до 3 июля 2022 года с содержанием его в СИЗО ГКМБ Кыргызской Республики. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке Бишкекский городской суд в течение 5 суток с момента оглашения. Следствие судьи Ибраимов. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Спасибо, что пришли. До свидания. Сегодня Первомайским судом продлили меру пресечения в отношении генерального директора Next TV Талыбека Дюшенбиева сроком на 1 месяц до 3 июля текущего года. С данным постановлением сторона защиты мы не согласны. Дело в том, что данное постановление было принято в противоречии действующих норм Уголовно-процессуального кодекса. Также оно не обосновано в связи с тем, что органы следствия не предоставили суду никаких объективных доказательных данных, которые документально подтверждают о том, что Талыбек Лахчинович Дюшенбиев, будучи находясь на свободе, может как-то скрыться от органов следствия суда, либо воспрепятствовать объективному ведению следствия. А также то, что он может как-то воздействовать на свидетелей. Напротив, со стороны защиты все эти моменты были развеяны. Было установлено в суде о том, что Талыбек Дюшенбиев
не представляет никакой угрозы для следствия и, будучи находясь на свободе, никакие негативно-правовые последствия для дела не наступят. Он по сегодняшний день готов способствовать установлению объективной истины по уголовному делу. Однако, несмотря на отсутствие каких-либо документально подтвержденных данных, а также несмотря на то, что постановление руководителя следственной группы противоречит прямо части 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса, а также не предоставляя доказательств необходимости сохранения ранее примененного меры пресечения, суд пошел на поводу органов следствия, к сожалению, и принял такое решение, как продлить меру пресечения до 3 июля 2022 года. Со своей стороны нами будет подана апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд о несогласии с данным принятым решением суда.